Всем Всем привет, дорогие друзья, с вами Вика. И сегодня я буду рисовать блогеров. Я вообще-то не мастер. Я даже вообще рисовать практически не умею. Ну, мне плохо получается, знаете. Это шуточное видео. Я буду сегодня рисовать двух блогеров. Ивангая и Райда. Рисовать я буду в фотошопе. Это будет жестоко. Так, а вообще, давайте уже приступим. Итак, берем кисточку. Я не представляю, что я нарисую. Я еще и хочу рисовать в стиле аниме. Это будет еще жестокий. Это будет еще более жестоко. Все, я не могу больше. Вот я сейчас такого пельменя нарисую, да? Я вот просто уверена в этом. И что это такое? Да блин. Ну нахер. Слушайте. Готово. Шедевр. Минимализм — мое второе имя. Шедевр. Встречайте. Вуаля. Где аплодисмент? Чё? Ой, ладно, не похож на... А теперь мы переходим ко второму блогеру. Ну и чё? Начнём с лица. А что ещё? Итак. Для начала мы снова нарисуем лицо. Так, рисуем его.
есть лицо. И так, как-то вот так. И с этой стороны еще немного вот так. Прям комментатор от Бога. Так, и немного вот так. Теперь мы продолжаем. Это идеально. Это просто прекрасно. Я в шоке. Я смогла нарисовать нормально, с первой попытки, с первой. Так как мы рисуем в стиле аниме, то и глаза у нас тоже будут в стиле аниме. И да, я сначала нарисую глаза, а не волосы. Нужно внести немного разнообразия в мою жизнь. Так-с. Вот. Он только как-то прищуренный такой, да? Вот. И глаза у него такие. Так это одно и то же. В общем, он такой немного прищурившийся, так смотрит. Так, теперь нос. Нет, не очень похоже на аниме. Нет, тоже не похоже. Слишком высоко. Странно. Нормально. Рот у него закрывает пальцы, поэтому рот пока рисовать не будем. И приступим к его роскошным, прям таким густым бровищам. Так, первая бровяка. И вторая бровяка. Все. Бровяки готовы. По-моему, весь его образ заключается именно в его бровях, нет? Теперь мы будем рисовать у него волосы. Для этого немного уменьшим рисунок, потому что мне не очень удобно так рисовать волосы. И снова берем кисточку. И рисуем ему волосы. А что мы еще должны рисовать, если я сказала, что мы будем рисовать волосы? Значит, мы будем рисовать волосы. Все. Вика сказала, Вика сделала. Шедевр. Гениально! Это шедевр! Особенно его пальцы. Ну еще раз повторяю, я говорила в начале, что я не умею рисовать. Поэтому это видео шуточное. Я тут ничего не обещала, что я буду тут супер красиво рисовать. Но это похоже, я скажу вам, это да, это моя лучшая работа, наверное, все-таки. И если вам понравились эти два рисунка, то ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на мой канал. Также, если вы хотите, чтобы я нарисовала какого-то блогера, то пишите его имя мне в комментарии. И, в общем, ссылки на мои страницы ВКонтакте и в Инстаграме будут в описании. Вот и все, с вами была Вика. Всем пока!